Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 7. Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы — хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, 7 народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступайте с ними так. Жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукой крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до 1000 родов. И воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит, ненавидящему его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим. И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которой он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя». И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь в сердце твоем, народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и с всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса и руку крепкую, и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершней наведет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их. Ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять пред тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери, но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут, и предаст царей их в руки твои,
и ты истребишь имя их из поднебесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое.